Здравствуйте, я хочу вам рассказать об акции, которая стартует в первых числах февраля в нашем сообществе. Акция называется «Автобум». Акция интересна тем, что всего лишь за месяц в этой акции будет разыграно 30 автомобилей в трех категориях. Представьте себе, у нас сейчас последний месяц зимы, и уже весной вы можете получить практически бесплатно новый автомобиль. Значит, давайте я вам сначала расскажу о категориях, в которых разыгрываются автомобили. Первая категория – это категория эконом. В этой категории будет разыгрываться 15 автомобилей. Это ВАЗ-2113, 14, 15, 17 и 19. То есть машины в эквиваленте стоимости 300 тысяч рублей. Во второй категории, которая называется «Бизнес», будет разыграно 10 автомобилей. Это автомобили Ford Kuga, Ford Mondeo 4 и Nissan Juke. Либо эквивалент равный 900 тысячам рублей. И третья категория – это категория «Премиум». Разыгрывается 5 автомобилей, приз на выбор. Toyota Camry 7, Infiniti, G25, Citroen C5-2, Toyota Highlander 2 и Mercedes-Benz C-класса, это 204 кузов. Значит, как надо участвовать в акции и какие основные правила акции? Значит, в первой категории, в категории эконом, участвуют участники с вкладами от 20 тысяч рублей. Вы для участия в акции должны зарегистрироваться в специальном, зайти в специальный раздел сайта и там зарегистрироваться. После того, как вы зарегистрируетесь, вам на почту придет письмо с реквизитами, на которые надо перевести так называемый контрольный платеж. Значит, этот контрольный платеж является как бы гарантией вашего серьезного намерения участия в акции. Это небольшой платеж, он никуда не пропадает. Если вы действительно участвуете в акции, то этот платеж остается в системе, и по завершении акции вы можете этот платеж либо положить на депозит, либо, значит, как обычно, вывести из системы. Значит, еще раз повторю, порядок такой. Вы регистрируетесь на сайте, значит, вам на почту приходит письмо, вы совершаете платеж, и после этого у вас в кабинете появляется раздел, в котором вы можете выбрать любую из категорий для участия в акции. Значит, по условиям акции вы должны сделать 4 вклада равными частями. То есть каждый вклад вы делаете один вклад в неделю. Значит, вот сама регистрация в акции будет проходить с 5 февраля по 14 февраля. И, прошу прощения, с 5 февраля по 19 февраля, 2 недели. А с 20 февраля по 20 марта проходит сама акция. Значит, вы регистрируетесь, делаете контрольный платеж. После этого у вас в кабинете появляется раздел, где выбираете акцию и делаете первый вклад. Значит, из 4 вкладов вы ими распоряжаетесь следующим образом. Первые 3 вклада вы должны сделать на любой из депозитов. Выбираете сами депозит. Значит, а 4-й вклад вы делаете на любой из 3 депозитов. Выполнив эти условия акции, вы получите так называемый тикет. То есть билет для участия в розыгрыше автомобилей. Все билеты, значит, которые получат участники, будут участвовать в розыгрыше. То есть в итоге у вас получается следующее. Ну вот, например, если вы участвуете в первой категории, где разыгрываются ВАЗ-2113, 14, 15, 17 или 19, то в общей сумме вы сделаете вкладов на 80 тысяч рублей. А при этом будете иметь возможность выиграть автомобиль стоимостью в 300 тысяч рублей. И обращаю ваше внимание на то, что эти вклады вы должны будете делать не сразу, единомоментно заплатить 80 тысяч рублей, а 20 тысяч в неделю. При этом вы абсолютно ничего не теряете, даже если так случится, что вы не выиграете автомобиль. Ну, к сожалению, автомобилей количество ограничено.
Но вклады ваши все равно будут расти, и через срок, определенный выбранным депозитом, вы получаете, значит, деньги с учетом роста депозита. В итоге за 80 тысяч рублей, вернее даже не так, вложив 80 тысяч рублей, вы имеете возможность выиграть автомобиль стоимостью в 300 тысяч рублей, и при этом ваши 80 тысяч рублей продолжают расти. Этот же принцип сохраняется и во второй категории, только там будет разыгрываться не 15, а 10 автомобилей. И минимальный вклад от 90 тысяч рублей в неделю. Соответственно, за 4 недели вы делаете суммарно вклады на сумму 360 тысяч. Но зато вы участвуете в розыгрыше автомобиля стоимостью 900 тысяч. Значит, третья категория, категория премиум, там будет разыгрываться 5 автомобилей, и минимальный вклад еженедельный составляет 300 тысяч. За 4 недели получится 1 200 000, но и разыгрывается автомобиль стоимостью 1,5 миллиона рублей. Еще раз, смотрите, деньги, которые вы делаете, деньги, которые, значит, вы перечисляете в виде вкладов и которые вы располагаете впоследствии на депозитах, они не сгорают, они растут, и через срок, определенный в депозите, вы получаете эту сумму, уже выросшую в процентах. И помимо этого, у вас есть возможность еще выиграть автомобиль. Правила очень простые. Правила расположены на сайте, вы всегда можете их прочитать. Если вдруг что-то вам непонятно, вы всегда можете обратиться к своему руководителю, и он вам расскажет, как будет проходить розыгрыш призов, как правильно участвовать в акции. Да, и очень важный момент. В акции участвуют только участники сообщества T-Box. То есть, если так случилось, что вы еще не участник сообщества, или у вас есть друзья, которые хотят участвовать в акции, но при этом не являются участниками сообщества, welcome, регистрируйтесь и делайте вклады. В конце я хочу сказать единственное, что вы понимаете, что мы не можем проводить официальные лотереи, официальные розыгрыши, поэтому обязательное дополнение ко всему тому, что я сказал. Никто никому ничего не обещает. Это проект. Мы не имеем права говорить о том, что именно все так и будет. Мы говорим о том, что мы так хотим сделать. Спасибо большое. Надеюсь, что я достаточно понятно все объяснил. Но если возникнут вопросы, еще раз говорю, не стесняйтесь, обращайтесь к своим руководителям. Они, я думаю, что с удовольствием вам помогут и расскажут, как конкретно надо выполнять каждый из пунктов условий акции. Спасибо большое.